Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 19 февраля, сегодня у нас с вами воскресенье, предпоследний день перед новолунием. Обращаем ваше внимание, что у нас с вами новолуние 20 февраля в знаке зодиака Рыбы, но это не повод волноваться и расстраиваться. Наоборот, в этот день подготовьтесь к новолунию. Что нужно сделать? Бросить щепоточку соли, сказать определенные слова, и в вашей жизни останутся позади ваши финансовые проблемы, любой негатив, зло, а также придут деньги. Почему именно в этот день нужно провести практику и как правильно это сделать в последний день перед новолунием? Друзья, далее более подробно в этом видео. Итак, сегодня у нас с вами 19 февраля, 28 и 29 лунные сутки. Убывающая луна в знаке зодиака Водолей. Вы знаете, сегодня многим людям будет очень тяжело. Почему? Потому что луна уже на последнем исходе перед новолунием. А значит, у людей достаточно мало энергии, и, соответственно, люди будут впадать где-то в депрессию, кто-то будет опускать свои руки, и даже будут многие думать о том, боже, ну нет никакой радости. Поэтому здесь вот сегодня, вот именно вот сегодняшний день, нужно сохранить душевные силы и позитивное мышление. Если в вашей жизни в данный момент произошла какая-то роковая ошибка и в отношениях, и с деньгами, и в любой ситуации, в любой ситуации, сфере, пожалуйста, вы имеете право на ошибку. Запомните, если вы не будете делать ошибки, то как вы будете учиться? Поэтому не корите себя в происходящем. Лучше подумайте о том, что пора закрывать одну дверь, и в то же мгновение откроются три другие двери. Поэтому очень важно не зацикливаться вот на тех проблемах, которые сегодня у вас есть. Также, друзья, обращаем ваше внимание, что по лунному календарю у нас сегодня с вами 28 и 29 лунные сутки. К сожалению, сегодня самый опасный и страшный день этого лунного месяца. Почему? Потому что это время черных безлунных ночей Гекады, когда сгущается астральный туман и вершат свои темные дела ведьмы и колдуны. Соответственно, люди ослабевают, их энергия истощается, поэтому позаботьтесь о надежной защите. Также сейчас, именно сегодня, 19 февраля, пресекайте фальшивые ненужные связи, избегайте назойливых и пустых людей, избавляйтесь от любых мрачных мыслей и беспросветной тоски. Если вам сложно, вам тяжело, вы можете пойти прогуляться на свежем воздухе, вне зависимости, какая у вас температура за окном. Хотите, пригласите кого-то в кафешку, посидите, вспомните какие-то хорошие моменты, научитесь брать энергию из воздуха, потому что она вокруг вас есть. Второй момент, готовы ли вы ее брать, принимать или нет. Поэтому, пожалуйста, друзья, как бы вам сегодня не было тяжело, а мы знаем о том, что многим людям именно сегодня в этот день будет тяжело, опасно, будут какие-то мысли не очень хорошие проявляться в жизни, в голове. При этом человек любит додумывать того, что не существует. Поэтому постарайтесь в любой сегодня ситуации не брать все близко к сердцу, не спешить, не переживать, не думать о том, что «Ой, что же делать, как же дальше жить?». Помните о том, что Вселенная, ангелы-хранители, они всегда рядом с вами, они всегда вам обязательно помогут, поэтому главное им довериться. Также обращаем внимание, что в этот день многие люди будут слабеть, потому что их энергия истощается, не хватает подпитки от Луны. Соответственно, может у кого-то возрастать где-то нервное напряжение, накапливаться стресс. Также появляется подавленное настроение и тревога. И здесь, мы еще раз повторимся, очень важно, чтобы вы прорабатывали вот эти негативные моменты. Чем быстрее вы от них откажетесь, тем легче вам будет дальше двигаться по жизни. Также сегодня, 19 февраля, хотя для многих людей это не рабочий день, но все же один из самых неблагоприятных дней для работы и бизнеса. Поэтому сегодня ничего не планируйте и не начинайте никаких дел.
Можете заниматься только своими какими-то повседневными, обыденными делами. Посвятите время домашним, хозяйственным, возможно, каким-то своим заботам. Также сегодня будет крайне нервозная обстановка. И вот она будет способствовать возникновению каких-то различных ссор, разногласий, скандалов и даже конфликтов. Что же касательно, друзья, здоровья, тут здесь обострение психических заболеваний, возникновение депрессии и тоски. Также сегодня в этот день мы не рекомендуем ставить клизмы и делать уколы в ягодицы. Желательно в этот день вообще соблюдать пост и воздержание. Рекомендуется сегодня печь хлеб, блины, пироги. В пищу лучше всего употреблять изделия, именно то, что можно испечь, а также ячмень, все злаки. Лучше есть больше молочной пищи, а вот в этот день, 19 февраля, все-таки мясо нежелательно. Постарайтесь перед сном обязательно принять душ или подержать, как вариант, ноги в прохладной воде. Что же касательно, друзья, стрижки волос, то 19 февраля, если вы будете стричь свои волосы, то вы будете терять энергию. И таким образом вы можете даже состричь вот эту энергию созидания и можете состричь свой ум. Также сегодня необходимо позаботиться о надежной защите от сложных энергий этого дня. Лучше, чтобы во всем доме ярко горел свет, не было ни одного темного угла. Также, кроме электричества, к которому мы с вами все привыкли, в нашем современном мире можете зажечь свечи. Зажигайте как можно больше. Конечно же, хорошо, если они будут у вас церковные. Также постарайтесь сегодня ограничить себя в еде. Мы не говорим о том, что вам нужно сесть на диету, просто постарайтесь сегодня не переедать, не употреблять много еды. Может, лучше есть как можно чаще сегодня. Также постарайтесь избавиться от всех мрачных, плохих мыслей и гнать от себя назойливых и пустых людей, потому что ничего, кроме негатива и разрушения, они, к сожалению, вашу жизнь не принесут. Также в этот день даже мысленно не стройте никаких планов, не начинайте новых дел. Возьмите, уделите внимание своей семье, своему дому, хозяйству, какими-то не очень важными делами. Сегодня нельзя верить никаким обещаниям, также предсказаниям и прогнозам, потому что мы с вами находимся в тот момент, когда происходит искривление информации, и, может быть, неправильное прочтение или трактовка информации приведет к не очень хорошим последствиям. Также любые финансовые операции следует отложить на другое, более благоприятное время. Сегодня также следует избегать любых контактов с начальством и плохой день для смены места работы. Также сегодня не стоит заключать никакие сделки, связанные с недвижимостью. Ни покупка, ни продажа, ни обмен. Также обращаем ваше внимание, что в этот день постарайтесь уделять внимание отдыху. Почитайте какую-то книжку, посмотрите телевизор, каким-то хорошим, добрым фильмом. Как вариант, пройдитесь по парку, по свежему воздуху, погуляйте, подумайте о том, что, возможно, вам чего-то не хватает в вашей жизни. Также обращаем ваше внимание, зачатие в этот день крайне нежелательно, но в то же время день очень хорошо подходит для физических нагрузок, поэтому спортзал самое то. Также в этот день следует заниматься небольшими домашними делами. Пеките сегодня пироги, блины, хлеб. Также сделать уборочку в доме и в квартире. Обращаем ваше внимание, что 20 февраля у нас с вами не только новолуние, но и также, друзья, обращаем ваше внимание, у нас начинается масленица. Поэтому помните, печем вкусные блины, угощаем. Есть желание делать подарки, делайте подарки, очень важно это провести вот эту неделю в такой вот радости, в благости. Кроме того, обращаем ваше внимание, что через неделю, в следующее воскресенье, а это у нас с вами, друзья, будет 26 февраля, у нас с вами это будет прощенное воскресенье, обратите на это внимание, пожалуйста, не забудьте. Ну и как мы, друзья, обещали, сегодня в этот день, в любое время проведите практику, она достаточно простая и достаточно эффективна.
полезное. Итак, для проведения этой практики вам понадобится соль. Итак, приготовьте себе мисочку, какую-то емкость, в которую нужно положить 3 чайные ложки соли. Далее возьмите эту соль и скажите на нее следующие слова. «Все мои беды впитай и деньгами отдай. Богатство в этом доме водится и без горя обходится». Далее наберите обратно 1 чайную ложку и бросьте эту соль у порога. Вторую ложку соли насыпьте себе на руку и далее рассыпьте на кухонном окне. Именно на кухонном окне, друзья. Ну и последнюю, третью ложку соли рассыпьте под кроватью именно в районе изголовья, то есть где вы спите именно головой. И вот за эту ночь энергия активизируется, и уже на следующий день в вашей жизни начнут происходить интересные события. Даже могут прийти деньги в течение следующих 24 часов. Помните о том, что пути Бога неисповедимы, поэтому не знаете, где вас будет ожидать подарок или сюрприз. Ну и на следующий день вы эту соль можете собрать и уже выбросить, потому что эта соль напитает ваш дом вот именно этой созидательной энергетикой. Друзья, вот такой у нас с вами день, 19 февраля. Воскресенье, набираемся сил. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам благ, услышимся с вами уже буквально в следующем видео.